Евгений Выблов – известная в Усть-Каменогорске личность. Много лет подряд он фактически живет на сцене. Но его первая серьезная попытка на X-Factor провалилась. Пусть наш танец будет самым модным, я танцую. Когда только я приехал после X-Factor, у меня было разочарование до такой степени, я начал комплексоваться сам себе, думал, что, ну, значит, я не певец, значит, я не должен на сцене быть. Но через какое-то время люди добрые, которые всегда со мной, которые меня поддерживают, это мой учитель и так далее, их много очень хороших людей, они мне сказали, Женя, что человек закаляется всегда в таких моментах. Мне давали даже прозвище, а это вот мальчик из детского дома, который Юра Шатунов, что ли, похож, там белые розы и все такое. Но теперь я хочу уже себя проявить как настоящий артист. Для выпускника детского дома показать высокий уровень – вопрос чести. В детских домах очень заботятся. Нате, покушайте, поспите и так далее. Когда они выходят из детского дома, они не приспособлены к жизни. Они привыкли, что еда уже у них будет на столе вечером. Они не могут собраться. Так, знакомые привет. Лица, привет. Как дела? Все отлично, отлично все. Хорошо? Отлично. Я желаю, чтобы ты сегодня услышал «Да». Счастливо. Спасибо, Арни. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Давайте познакомимся. С удовольствием. Я Евгений, мне 23, я из города Усть-Каменогорска. Кто ты по профессии, где ты работаешь, учишься? Я воспитатель. Я работаю в детском доме, учу малышню петь. Я воспитывался в детском доме, и там мне не было возможности пойти в музыкальную школу. И все, что мне дал мой отец Ербулат Матабаев, я сегодня вам... Это твой приемный отец, да? Можно так сказать. Это родной мой отец. Жень, я извиняюсь, я правильно понял, ты преподаешь там, в том детском доме, из которого ты, собственно, сам. Абсолютно верно, правда. Какая у тебя мечта, Жень? Я мечтаю о большой семье. Я мечтаю состояться как человек, чтобы у меня в творчестве был порядок, чтобы у меня в семье был порядок. Конечно, это тяжело с творческой профессией, я понимаю, но, тем не менее, я буду стараться. Молодец. Что будешь петь? Сэр Том Джонс, Kiss. Ну, давайте. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience, hey, to turn me on. You just leave it all up to me, I show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm not compatible with. I just want your extra time and your ow! Kiss. Hey, 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 hey. Ow! Hey, hey. Столько энергетики, столько доброты в тебе, столько харизмы. Но это было просто супер вообще, просто спасибо чудесно. Большое. Спасибо. Я рад за тебя, и я рад, что ты пришел сюда. Добро пожаловать! Классно. Спасибо. Супер. Спасибо большое. Феерично. Добро пожаловать во второй тур. Голосуем, Сред. Три, два! Молодец!
Спасибо, Армен. Получилось. В тебя поверили, это признание. Спасибо большое. У меня просто сейчас нету никаких слов. Я просто... Вот так вот все, просто все замечательно. Люблю, у меня восторг. Я тебя еще раз поздравляю, город Усть-Каменогорск должен тобой гордиться. Спасибо большое. До встречи, спасибо. Отлично. Всего доброго. Мы прошли!